С 29 ноября Енисей начнет вещать в федеральном формате. Наши передачи будут выходить в виде врезок на одном из самых популярных сейчас каналов ОТР – общественном телевидении России. Тем, кто привык нас смотреть в кабельных сетях, по интернету или в аналоговом ТВ, беспокоиться не стоит. Мы никуда не исчезнем из привычной зрителю телепрограммы. Просто дополнительно нас можно будет увидеть, нажав на 9-ю кнопку пульта. С 6 до 9 утра и с 17 до 19 часов по вечерам. Это, безусловно, историческое событие, потому что впервые региональный канал начнет вещать в первом цифровом мультиплексе вместе с основными федеральными каналами. С Россией, Первым, НТВ, Культурой. Людям не нужно будет искать, где находится канал Енисей. 9-я кнопка, 3 часа утром, 2 часа вечером. Мне кажется, это большая очень победа в такой борьбе за информационное пространство региона. Подробное интервью с Василием Нелюбиным смотрите на нашем телеканале в 21.05. Заместитель губернатора расскажет подробнее о начале вещания канала Енисей в федеральном формате, итогах цифровизации и о том, как были решены проблемы жителей отдаленных районов, многие из которых оказались изолированы от информационного пространства. Не пропустите. Это все новости к этому часу. В студии был Максим Старпов. До новых встреч. Прогноз погоды в крае на пятницу 29 ноября представляет «Стоматология Мира». Клиника для всей семьи. У нас вы полюбите стоматологов. Телефон 277-44-72. «Стоматология Мира». Клиника для всей семьи. Эстетическая стоматология, имплантация зубов, брекеты и детское отделение. Лечение в рассрочку. Подробности у администратора клиники по телефону 277-44-72. В Турханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачно. На большей части территории пройдет снег. Ночью от минус 15 до минус 33 градусов. Днем от минус 11 до минус 26. В северной группе районов облачная погода. Повсеместно ожидается снег. Ночная температура минус 14, минус 19. Днем до минус 10 градусов. В восточной части региона облачно и снежно. Ночью до минус 20 в Тосеево. После полудня минус 7, минус 10. В центральных районах пасмурно. На всей территории пройдет небольшой снег. Ночью до минус 22 в Дивногорске. После полудня до минус 11 градусов в Козульке. В западной группе облачность. Синоптики прогнозируют снег. Ночью минус 16, минус 27. В светлое время суток до минус 12. На юге края облачная погода. Пройдет снег. Ночью от минус 16 до минус 23. Днем от минус 5 до минус 9 градусов. В Красноярске 29 ноября облачно. Ожидается небольшой снег. В темное время суток минус 17. Днем до минус 8 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.